А все потому, что там поселился призрак. Призрак появился в опере не просто так. Он влюбился в самую молодую, в самую красивую девицу по имени Кристина. Влюбился и похитил ее. Иначе быть не могло, потому что в ласке и любви в этом мире нуждаются все. И призраки не исключение.
Российская криминальная хроника сообщила о том, что некая Рокси Харт, актриса варьете, убила своего неверного мужа, за что и была схвачена американской полицией. Сидя за решеткой, Рокси никак не подозревала о том, какое блестящее будущее ее ожидает. Благодаря своему адвокату она благополучно избежит тюрьмы. Более того, ей суждено стать настоящей звездой шоу-бизнеса, и ее имя будет увековечено в мюзикле под названием «Чикаго». He had it coming.
его стороны все оказалось гораздо серьезнее. Похоже, он никогда никого так не любил в своей жизни. Такой жуткой драмы, веселый пляж Копакабана не видел, наверное, еще никогда. Одним выстрелом соперник был повешен. Так закончилась еще одна история страсти и любви. А веселый пляж, поговорив о ней всего несколько дней, продолжил жить своей беззаботной жизнью, полной южных приключений и сладких грез. You're the one.
бросились и рок-н-ролл. Разговаривали они на своем, особенном жаргоне. И с ними начали бороться, как с вредным общественным явлением. Каждый раз это происходило с одними и теми же словами. Вражеское, буржуазное, одним словом, стиляги.